Здравствуйте, дорогие друзья! Вы догадались, принца of Persia. Хопа! Это ли... Ой-ой-ой-ой! Так, правда. Да, по-моему? Блин. Ну, по-моему, да. Воу-воу-воу, щеки-нау, щеки-нау, Девушки такие серьезные. Такие серьезные. Подожди. Да не ты. Ладно, пусти. Та-на-на-на. Да ё-моё. Это жопа. Блин. А, так я не могу, да? Ну ладно. Хотя бы так. Да блин, ну дай через нее перепрыгнуть, женщина. Да блин, ну кого ты... В смысле, я, блин, эту хотела, она мне тут. На эту и на ту я набью себе танцы, да? Да ёпт. Эй, ребят, ну шо? Офигели шо? Да й... Обалдеть. Да... Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так, блин. Женщина. А распотрошить это еще никак, все. А, можно. Ты что, это разбить можно? Нет? Ага, прям там. Опа. Еще. Жертву не смели. Да ё-моё! Да блин! Блин, баллы не вытерли. Да! Да блин, ну кого ты... Ёпара СТ. Что происходит вообще, мать твою? Иди. Я видела это с уступа. С уступа? А куда его направлять, вопрос? Стоп. Куда этот кирпич направлять? Что? Столько раз сражались и толком ничего не смогли сделать, да?
И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Да уж, кошмар. Так, подожди. Чё? Смотри, за этими тремя дверями, похоже, есть рычаг. Да ты такая уникальная, я прям в шоке. Открыты две двери, одна дверь. Ого, еще и на время, вы серьезно? Кошмар. Блин. Ну давай. Да блядь, ёбаный принц, ёбаный принц, блядь. И чё? Что? И что, и дало это нам замедление, и чё? Песок-то я нашел. Подожди. Как я ни пытался, я не мог разбить эту крошащуюся каменную стену. Возможно, воин силы Рустама смог бы пробиться через нее, но у меня не было столько сил. Как будто эта стена была защищена магическим заклинанием. Да, странно. Так, подожди, а если... вот это значит неспроста дается, да? Понятно. Стоп, ты сейчас намекаешь на то, что блок подвигать туда, влево, что ли? Или куда? Да, твою ж мать. Я в шоке, просто. Да, непонятно, нихера. Мне кажется, что эта дверь не очень прочная. Может, ты сможешь разбить ее своим мечом? Кто ты думаешь, я такой? Рустам? И чё? Дверь я могу разбить. Нихера я не могу разбить, блин. Женщина, тебе кажется, что я могу разбить. Так, подожди, а какая дверь открылась-то? Какая дверь открылась, мать твою? А, подожди. Ну. И чё? А нафига мне она, вопрос? Чё за бред? Какая дверь открывается? Серьезно? Все, я понял, подожди. Ебать тут головоломки, мать твою. Так вот. Ебать, ты заебал, я не хотел сохраняться, принц, блядь. Не закрылся. Женщина, ты прям знаешь, предсказываешь капитан очевидность, блин. Да. Быстрее, пока плохот не закрылся, туда-сюда. Я понимаю. Да блин. И. Так, вода стекла, да, получается? Вода! Здесь спуск! Вода! Здесь спуск! Вода! Здесь спуск!
туда-сюда. Подожди, а по-моему, мы можем сейчас забраться, да? Так, подожди, а куда? Подожди, подожди, не сюда. Или сюда. Прекрасно. Ты в порядке? Да. Да в смысле, опять не в ту сторону? Да. Да. Я не в порядке, нет. Да блин. Так. Интересно, что делают эти рычаги? Наверное, что-то открывают. Правда же? Так, подожди. Ку-ку-ку джамбо. Ку-ку джамбо. Ай-яй-яй. Блять, я понимаю, что он немного подвинулся. Все немного подвинулись, видимо. Так, подожди. А куда двигать-то? В смысле немного? А второй где переключатель? Подожди. Это я в курсе, а как полностью эту дичь открыть? Понятно. Теперь с другой стороны, да? Yes, of course. Не, подожди. В смысле, блядь? Ты чё, прикалываешься? Принц, куда ты полез? Да, принц, мать твою! За ногу, ёб твою же мат. Да блин. Так, подожди. Я понял, куда нам. Подожди. Нам сюда. Потом. Сюда. Потом сюда. Подожди-ка. Сюда. Смотри. Я уже понял смотреть, куда там там. Так, подожди. Нам, короче, меч добыть надо, а потом там уже видно будет, чё как. Так, подожди. Оставайся там. Так, подожди, если мне не ошибает память, это возвращаться прям в самое начало, мать твою. Да? О, мазафака. Походу, что да. Там что-то светится? Ну ладно. Светится-то. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. Ладно, воду, допустим... Мы опустили, да? Воду. Не волнуйся насчет меня. Со мной здесь будет все в порядке. Да никто не волнуется, нифига ты. А подожди. Сюда, да? А подожди-ка. Так, так. Блин. Так. Конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди-ка.
блин, быстрей. Так, подожди, если этот пришел... его вниз кидать, и получается... мы тогда в любом случае песок получаем, да? Тогда ладно. Если все так, тогда ладно. Тогда окей, я еще согласен на это, на эти эксперименты. Ага, и тут сохранение. Так. Да ёб твою мать. Принц, ты будешь двигать? Или с другой стороны двигается? Ага, всё-таки с другой стороны, да? Бывает, чё. Так, подожди-ка. Подожди, а дальше чё? Ну, допустим... Ты, блядь, опустись, принц песков. Так, подожди, а куда нам тогда? Не, подцепим мы. Нифига не сможем. Всё, тогда понятно. Сюда, да? Так, подожди. Назад. Я просто переживал изначально, что надо будет не сюды. Теперь я знаю, что сюды, поэтому это хорошо. Вот. Подожди. Я надеюсь, здесь ничего не рушится к ебеням, нет? А то было бы... Ой, как печально. Если бы все ебеня слушали. Подожди. А куда? Подожди. Оттолкнуться смогу? Ну, я так и предполагал. Что придется отталкиваться. Подожди, а точно сюда? Или куда? Чё? Пиздец. Я чуть не попался на эту хуйню. Подожди, а куда ты дальше-то? Тан-тан-даран-тан. Да, блядь. Ага. Ну да, я как и предполагал, удар с кинжалом, это, скорее всего, удары песком. Да, блин. Кого ты бьешь, принц? Вот серьезно, скажи, пожалуйста. Я, блядь, этого хотел добить, а в итоге я пососал просто. Ну, сохранение, понятно, я его не заметил. Да, блядь. Вот смотрите, как можно... Он на врага нацеливается, а вот на эту дуру он не хотел нацеливаться. Что это за бред? Как можно так любить играть и сосать, блин? No, 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 no. No, 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 no.
как будто именно я тоже хочу сказать, что за... Прекрасно вообще получилось, все идеально. Так. Библиотека, что ли? Да. Если мы меч не успеем... Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Не успеем, то все хана. Так. Так. Подожди. А куда шкаф-то двигать? Вот вопрос. Шкаф двигается же. Не просто мне так? Мне кажется, я вижу свечение, о котором ты говорила. Серьезно? Думаю, что туда не... Подожди-ка. Стоп. Нет. Блин, что за хрень? Тут же написано. Так, подожди. А что за прикол? А как я его назад? А, назад двинуть можно. Могли бы раньше сказать, что можно двинуть назад, нет? Охренеть, я бы не догадался, что можно двинуть. Да, понятно. Еще сюда двинуть, да? Ладно. Так, подожди, по столбам, что ли? Понятно, по столбам, походу. Блин, подожди. Так, подожди, по-моему, сюда, да, можно уже? Ну да. Так подожди-ка, а мы вроде бы успеть должны, да? Вроде как должны. По существу. А, ну так, ну хотя бы так, ладно. Так, подожди. Ага. Понятно. Зато меч заберем, да? Внятно и понятно. Так, подожди. Камера. Теперь у нас хоть покруче меч. И то хорошо. Отличное начало. Из любых начал. Да, супер вообще. Да, что-то в первом принципе все-таки есть, ребят, вообще прекрасно. Мне нравится, вообще круто.
Так. Ну чё, можно разбить, какую там дверь нужно было? Так, подожди, а там же было несколько дверей можно разбить, да? У тебя на самом деле есть сила Рустама. Или одна такая дверь была, не пойму. Это не тот клинок, что был у тебя раньше. Я в курсе. Я просто хочу узнать, а там, где мы были, в начале уровня, там были эти, как его? Ну, вы поняли. Над баней. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ну, над баней, так над баней. Так. Ну, короче, смотрите, я все прекрасно понимаю, но я хочу проверить, были ли в начале. Так, подожди-ка. Так, а если я... Мне просто реально интересно, там, где начальный уровень, там были эти, ну, чтобы рушить. Ой, бля, чтобы этим рушить. Да в смысле, ты ебланище? Почему ты не работаешь так, как нужно? Заебал. Да в смысле, блядь? Бери мне эту консоль. Ёбаный рот. Да ебать! Какого хрена? Чё за бред? В смысле, блядь? Да в смысле? Не понял. А чё он не прыгает нормально? Не понял ни хера. Ты в смысле, ты издеваешься, блядь? Принц. Ёбаный в рот, чё за хуйня происходит? Блядь, ты издеваешься? Ещё лучше, блядь, он издевается надо мной. Пришёл, называется, блядь, попрыгать. Это в смысле? Что это за хуйня? Не пойму, блядь. А как я эту хуйню вызвал? Не пойму. Консоль, блядь, как я это вызвал? Да в смысле? Ну хуля он не отталкивается так, как нужно? Я не пойму, блядь. Мысли, блядь. Не пойму, что за хуйня происходит. Он не может отталкиваться, блядь. В смысле? Ты издеваешься, блядь? Надо мной. Что за хуйня происходит? Не пойму, блядь. Я же ничего, блядь, не нажимал. Пиздец, просто пиздец. А как я сейчас допрыгну с этой стороны? Вопрос, блядь. Вы чё, блядь, издеваетесь? Я не могу перепрыжок сделать, блядь, серьезно? Как? Чё за залипание идет? Вот вопрос. Подожди. Серьезно? Ебать. Я поздравляю. А как ты эту хуйню вызывал? Вопрос. На засыпку. Я же здесь кнопки какие-то нажимал, блядь. Как вызвалась эта хрень собачья?
Блять, пиздец. Он не может отталкиваться после того, как я на консоли что-то сделал, не может отталкиваться, блять, чё за хуйня? Пиздец. В смысле, блять? Не понял, блять, у меня пробел заедает, что ли, или что? Не пойму нихуя. Блять, это нихуя не смешно, отвечаю. Пиздец! Чё за залипание, блядь? Я не пойму, чё за залипание идёт. Отвечаю, ребят, блядь. Пс. Вот что это за хуйня? Клэрити, хуерити, блядь. МХ, блядь. Это фильтры. Хромик. Clarity FX. Что такое Clarity FX какой-то, я не пойму. Контраст. Reshade Preset, блять. И чё? Я что-то отключал или что? Понятно. Нет, от этого лучше ничего не... Это фильтры. Это всё фильтры. Я просто Escape нажал. Да что за нахуй? Хули он не отталкивается, блядь? Допустим. Блядь, в нужную сторону нажимать. Пиздец. А раньше отталкивались и ничего не нажимали, блядь. Чё за хуйня? Что это, пещера, что ли, или что? Где мы? Говорят, что этот дворец был построен на руинах еще более древнего дворца. Но я думал, что это просто сказки. Угу. Все мы, походу, думали. Да, передумали. На ту сторону, походу, перебираться. Что еще делать? Так. Летучие мыши появились. Иди. А нам, походу, сюда топать. Бляха-муха. Так, подожди. Блять, куда ты оттолкнулся, принц? Вот скажи, пожалуйста. Чё за хуйня? Сюда, что ли, блять? Ёб. Ёбнуться, блять. И не встать. А дальше? Понятно. Дальше понятно, куда. Блять, это здесь будет сейчас? Эта хуйня вся мешать будет. Походу, что да. Так, подожди, а нам вниз? Ну, естественно. Ох, ебать, сейчас прикол будет. Ебать. Точно такая же хуетень. Ну, в этот раз вроде это, заработало. Ну, там реально сложно было отталкиваться. На той херне. Так. Что, я так понимаю, просто в сторону? Ну, естественно.
Оставайся. Подожди, а как он... Понятно. Понятно, как принц спустится. Спустится, блядь. Так. Ну, графический мод очень красивый для принца Персии, тут не поспоришь. Так, мы почти добрались, да? Ну, вот ты где. Слушай, мадам, вот ты где. Может, хватит перебиваться? Где, когда, кто? Ты чё? И какая дверь открылась, блядь? Что-то я нихуя не пойму, блядь. А, подожди. В смысле, блядь? А, непонятно. Осторожно. А этот меч... О-хо-хо-хо, если я думаю о том, что думаю, то пиздец будет. Так, подожди, иди сюда. Еще кого-то там трогаешь, блядь. Блядь, не в ту сторону. Подожди, красавица. Пролезай. Смотри, трещина. Я бы сказал про твою трещину, девушка моя. Так. Подожди, а... Чё это дало? Ой, я сейчас по... Я здесь! Не сходи с этого выключателя! Блять. Ну вот, да, спасибо. Ты сделал это. А чё? Ладно. Сделал, так сделал. Дай мне подняться, баб. Да кто такие, блядь? А, обычные. Мужики. Дайте мне расслабиться, да? Опа! На-я-я-на-на-на. Да. Слушай, а не пососал бы ты пульца? Монстр, бля. И ты тоже. Тебя это тоже касается, мужик. Ну, ты не мужик, ну давай. Так. Песок. Нет, по-моему, сохранил. Тут, блядь, заебал. Слышь, ты, блядь, очкосос. Помоги мне. Да ты заебал, очкосос. Знаешь, тебе девушку трогать говорили? Какой, блин, некультурный монстр. Слышь ты, пацан Тре. Помоги мне. Да. Да, блин. Да бей. И где? Где еще? Да, блядь. Жесть, просто жесть. Слушай, дайте мне кого-нибудь добить, а? Хорошо, этот не смог возродиться, окей. Так, этот тоже. Блять, мне копеечки вообще не нравятся, они такие
это левые вообще. Нифига себе, сколько вас тут, Папа-тантре. Помоги мне. Слушай, да я знаю, не ори, баба. Серьезно, тупо за счет ебани. Вот слушай, ты бля, слышь, дай мне это уколоть, а? Вообще, блин, капец полный, блин. Помоги мне. Я в шоке. Я просто в шоке. Помоги мне. Вася. Да хаос. Кошмар. Да. Чё, посмотрим, что дальше. Дайся, ты что там за босс? А, копейщики, походу. Утёсы, водопад. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Конечно, начнешь. Так, ну что, наверное, мы здесь остановимся и начнем, наверное, отсюда. Так что всем спасибо за внимание, с вами был Казуку Фэмили, дорогие ребятушки. Всем до новых встреч и всем пока-пока. Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю?